Да вы не смейтесь, он реально так играет. Вот такая вот игрушка, смотри. Вот такая вот. Я не знаю, это мне просто сейчас написали. Это, походу, от создателей Макитры. Ну, походу, тот самый чел, только у него ноги выросли. Да, да, да. Не знаю, я не пробовал еще. Не, ну... Что? А, да, сука, даже озвучка-то. Не, ну согласись. Сейчас попрет. Опа. Не, ну у него хороший такой зацеп, согласись. Он прям за голый камень спокойно хватается. А? А? Ого, тут прыжок, что ли, делать надо? Ну да, блин, тут походу... А, нет, смотря. Не, ну согласись. Ну что ты, тюбик, опять пришел. А? В какой игре будешь сегодня позориться? Не понял. Посуда помыта. Разрешили стрелить. Конечно, помыта, скоро 8 марта, все должно быть чисто. Зачем тебе куча синтезаторов и муз-техники, если ты не пишешь музыку? А зачем мне писать музыку, если я это... Дедушка, ну, зачем? Я смеялся над тобой 2 года, пока ты проходил рыцаря. А? Только что попробовал сам и не смог вообще ничего. О, пиздец, ты... сильный. Теперь я тебя уважаю. О, Питер, я же говорил, блин, что там не так просто. Сосать. Тут вот скользкая вот эта херня. И как тут дальше? Блять, мама! Пизда, сука! Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт 1. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт 2. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и 3. Пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. А тут что, блин? И что тут делать, блин? Что-то не... Не пойму я что-то. Чел вылез из казана, да. Ноги отрастил в казане. А, ну вот так вот. Смотри. Вообще изи. Блять, нет. Смотри. Блять. Да. Сюда. 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 Блять!
мама! Блять, хуя! Выродок, сука, и купить кусок стекла и на стол положить. Потому что персонаж скрещивает руки так же, как дед на клавиатуре. Без негатива. Без негатива, да? Ты хотел без негатива, а получил бан. Еще одна дрочильня, которую он будет проходить 2 года. Да? Никогда такого не было, и вот опять. Да-да-да. Потому что у меня в таких играх успех, понял? Я все такие игры на изи прохожу, ясно? Боже, ты как-то нежно играешь. Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Блять. Ты новичок? Косточки. Косточки мамонтов, сука. Тихо. Минное поле, сука. Опа. Ты чё, сука? А куда дальше-то? Не пойму. И куда мне дальше, блин? Не понял. А как? В смысле, я же тут как раз был, правильно? Или нет? По-моему, нет. Не пойму. В чем проект? Не пойму я, куда идти-то? А как? Ну туда какие-то препречка. Ну как? Да, сука, я его мать ебать! Я в эту игру не буду играть, у меня начинает рука болеть, постоянно мышку держать. Ну понял, кнопки зажатыми держать. Не, Макитра была не сложнее. Тут сложность в том, что тут надо постоянно держать кнопки на мышке, понимаешь? И от этого рука напрягается. Ай, блин. Тихо. А паузу, походу, никак не поставить. У меня рука просто болеть начинает от этой ерунды, блин. У меня рука болеть начинает, пасики. Ну вот, блядь, мамка! Давай нос скотч, да. Вот так вот за краюшек. За краёчек берёмся, родной. Краюшек, обхватка. На новый коврик. Спасибо, Сымулечка, братишка. Я сейчас покажу, как у меня колик. Ну, я сейчас покажу, да. Я сейчас убрал стеклянный, потому это что это пи***ц. Пример, как лысый Дениска пытается сбежать из-под каблука, чтобы не мыть посуду. Посуда чистая уже, потому что после завтрашнего 8 марта... Все должно быть тип-топ, тик-ток, тик-топ. Все должно быть красиво. В мире столько игр. Хочешь графон? Пожалуйста. Хочешь сюжет? Пожалуйста. Хочешь кооператив? Пожалуйста. А теперь представьте лицо Дензеля, когда он выбирал эту игру. Я ее не выбирал. В смысле Дензеля? Кто молодец. Дензел? Хорошо нырнул. Эту игру мне вообще-то зябал, только что скинул. Опыт окончания в Волгу присутствует. В омут твой глаз, блядь! Ручки крестиком, бровки домиком, похож Валера на самарского кролика Ува Ува Ива Ива Ува Ува Ива Ива Ува Ува Ива Ива Ува Ува Ива Ива Ува Ува Ива Ива, похож Валера на тонильного гномика Ува Ува. А здесь как надо? Перепрыжку типа сделать или как? Ну, типа, надо перепрыгивать вот так вот, дергаться или что? Я что-то, ну, не понимаю. Ну, типа, я ж не достаю. Ой, блядь. Блядь, тварь ебаная, сука. Я не буду в это играть. Не хочу просто и все, мне нахуй не въебалось. Я сюда прихожу, чтобы расслабиться, а не напрягаться.
этим самым изоляцией заклею лампочку, которая показывает ошибку, чтоб не было видно, и все. Ой! Выдал, сука. Подожди, а я сейчас хочу паузу сделать. Ну так, чисто для интереса. Я вот ползу, хочу паузу сделать. Ага, сделал паузу, допустим, дальше. Продолжить как? Отжимаю паузу. А, ну можно, в принципе. Ну-ка, раз. А, смотри. Не, подожди. А, подожди, он что, одной рукой... А, нет, не пойму. Он одной рукой держится постоянно или нет? А, нет. Не раскачается настолько сильно, у него рука сползает. Может, с косточки ты так прыгать? Какое в два нахуй? Ну? F2. Чё F2? Ничего не делается F2. Ты чел? А куда выше подняться? Вот это максимум. Ну, оттуда я пришел. Ну, как будто вот здесь надо. Тварь, блядь. Я не понимаю, Прэнс. Ну, типа, как? Блядь. Это пи***а! Я не понимаю! Блядь, недолёт! Просто чел не долетает! Ну, и как действовать, чел? Как уважаемый стример Кавалер, как у вас дело? Что за хуй ты проходишь? Куплинов эту игру прошел давно, и ты опять за ним доедаешь? Что? Еще что? На 2-3 года за тупо гарантировано? Хотя заткнись. Кого я спрашиваю? Хватайся двумя руками. Валера, ты уже прошел Майнкрафт и рыцаря. Это неплохое начало для новичка. Главное, что ты профи в мойке посуды. Фиксируйте начало сана 6 марта 2024 года. Дед Хай, небольшой личный вопрос. Скажи, пожалуйста, когда у тебя родится дочь, ты говорил, что женщина, с которой ты живешь, беременна, потучки реже станут, я так понимаю? Дочка уже родилась. Недавно. 2 недели назад. Чилу руки накачать надо. В обзорах пишут, надо в 12 нажать и начать подтягиваться. Секунд 20 вверх, вниз, тупо. Ксюшка. Ксюха. Ксюшка моя. Ксюшка-писюшка моя. Ксюха Мамедова. Батуа приезжал, крестным был. Ха-х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 а
Боже, да как здесь пройти? Давай сделаем проще. Ну, сейчас хорошо. Сейчас я просто пойму концепцию, да? Концепцию. Сейчас. И все. Сейчас я быстро посмотрю. Ну, не то чтобы посмотрю, но просто... Опа. Сейчас, мне просто понять концепцию. Ага. А, так это сложное место. Не у всех получается. А, в натуре. Это очень сложное место, оказывается. Это очень сложное место. Самое сложное в игре, я так понял. Короче, вот тут где-то... Как-то надо за кончик хвататься. Туда, ёбаный! Я не знаю, как пройти, тут нереально. Здесь нереально пройти, это пи***ц. Просто место непроходимое. Игра забагована, чел. Я не хочу играть в то, что невозможно смотреть глазами. Не хочу и не буду. Не хочу, не хочу. У! Не хочу, сука!